Так, ну что, друзья, наконец-таки мы загрузились. Это уже шестая игра на Баланаре сейчас будет, потому что я не могу записать вам катку нормальную, красивую, интересную, чтобы вам было прям овер интересно смотреть. Что ж, через что мы будем тут играть? Попробуем тут, скорее всего, поиграть в керри, конечно же, керри катку. Посмотрим, что мы можем на этом героя. И, конечно же, постараемся выиграть эту игру прям хорошо, чтобы было все четенько и красивенько. Подскажу вам, как я тут качаюсь на этом герое, что я качаю ему. И, конечно же, посмотрим на хороший геймплей. Так, пикают у нас там Клокверка, Урсу, Гоблина и, конечно, Войда. Скорее всего, придется делать БКБ. Блин, а вот с Войдом будут действительно серьезные проблемы. С Войдом будут проблемы, ребят. С Войдом будут проблемы. Войд очень сильно убивает Баланара. Вообще там пофиг. О, еще и Найкс прям. Вообще, контрпики жесткие. И Урса. Тяжело мне тут будет. Посмотрим, что у нас получится тут в этой катке. Попробуем выиграть. Но овер тяжелых героев они взяли, конечно же. Овер тяжелых. Ваты нету, а Баланар любит вату. Баланар любит вату. Нужно будет как-то аккуратненько душить. Баланар вообще слепой, вообще не видит ни хрена. Вот это минус, конечно же. Мистер Мека. Мне просто, блин... Не, ВЛ. ВЛ просто нужен. Спасибо тебе. Так, помогут мне руду забрать? Ух, это Кока-Кола, она лезет наружу. Так, ну что ж, ребят. Все вы знаете вот это вот, да, как обозначается. Вот мы будем... Для Баланара главное знать время, именно. Время, какое время? Все вы знаете, что тут время у нас есть. И вот тут вот тоже время есть. Для чайничков объясняю, друзья. Так, опасно, опасно, опасно. Бэк, бэк, бэк. Бэк, бэк, на себя подбайчу. Все, нормально. Сейчас немного про время расскажу еще. Эх, рунку забирает. Смотрите, в общем, по времени. Видите, золотистая такая каемочка, и пошло время. Каждые 4 минуты у нас день, и каждые 4 минуты ночь. День пошел. Вот эти точечки, это обозначение времени в данный момент. Когда точечка будет здесь посередине, значит, уже половина дня прошла. Это, соответственно, 2 минуты до ночи. Так мы и будем ориентироваться, в принципе, по всей игре. Какое сейчас время и... Когда можно будет там подгангать и когда можно будет готовиться уже непосредственно идти в атаку. Поэтому, друзья, это для нас такой бонус. Бонус будет. Смотрю, тут на миду Урса стоит, а это значит очень плохо. Плохо чем, спросите вы? Плохо тем, что Урса может настакивать на нас свой третий. И, конечно же, мы будем умирать просто на раз-два. Против Урсы, конечно, промах будет очень хорошо решать на нашей линии, но он сможет... Конечно же, ультом напрягать своим. Ну, ждем, фармим. 3 минуты до ночи. Постараемся Урсу тут немного поднагнобить. Поднагнобить, да, когда будет ночка. Опа, заберу крипчика. Ля, какой злой, он сразу обозлился. Ты моего крипа зачем добил? Вот. Смотрите, уже 3 деления, видите? Денек, значит, идет. Ночка, наш ультимейт, именно ночку будет очень хорошо устанавливать. Это очень-очень радует, друзья, тем, что мы сможем фиксировать ночь. А Урса, я так понимаю, фаст Рошана хочет. Прокачиваем Silence. Примерно вот такой вот раскач будет сейчас, а потом дальше, конечно же, будет немного уже другой. Я обычно этому герою беру вообще третий спел и в третий спел ухожу просто, чтобы бить и быстро бегать, друзья. Не знаю... Как вы, некоторые Войд раскачивают, для кого-то будет это ново, а я раскачиваю третий, чтобы просто перемещаться по дракам, и это будет круто. Это будет круто. Так что, друзья, фармим, 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 ждем 4 минуты и будем стараться Урсу убивать, будем с ним тычковаться. Так сказать, нюковать, вообще его нюковать бы Урсу, но походу придется тычковаться. Не знаю, можно, в принципе, и первый раскачивать, но это, конечно же, будет тяжело с Урсой нам. Драться, потому что он с руки все равно в любом случае побеждает. Но 50% промах должен делать свое дело. Он, по идее, должен все тычки понамазать. Не добил я что-то крипчика, это плохо. Пока все ровно на центральной.
Ночью Баланар гангой, днем Баланар больше такой пассивненький, ленивый, фармящий такой. Ну и, конечно же, будем правильно юзать ульт. Тогда все будет гуд у нас, друзья. Добиваем с первого. Не будет это плохо, потому что мана регенится. Небольшой монокост, 80 мана, это рили много. Ой, рили много. Так, давайте сделаем урну первым артефактом и постараемся выфармить орбу. Потому что вроде тут пассивненько стоим, против урсы фармим. Урса тоже ничего против не имеет. Аккуратненько выфармливает свои масочки, чтобы фастового рошана выйти. А мы-то знаем все эти тактики ханазосов всяких с фастовыми рошанами. Так, не забираю ее, да? Все, пошло, да? Недовольство урсы какие-то ко мне. Братан, нормально же стояли, фармили. Ты что? Может убить меня просто на изи, вот так вот настакивать? Это будет, конечно, плохо. Урса 5 левел. Орбов веном нужно. Оп, урса получает. Получает. Ждем мы орбу венома. И будем отправляться в ганг. Еще один крипчик. Смотрите, 4-я минута. Если урса сейчас уйдет, то побежим на рошана. Ага, это настоящий клокверк. Вовремя ночь. Побегаем вокруг тавера. Даем ему сайленс. Если одну тычку попадет, я умру. Нет, нормально. Хорошо. Ой, кура полетела там с моими артефактами. Реально. Ночь вовремя, да, пришла, друзья? Сразу буст такой, мы побежали. Норм. Банку давайте восполним. И сейчас побежим на рошана. Походу сейчас урса сразу. Юзаем ульт, друзья. Давайте в магазик вот здесь, вот боковой. Заюзаем нашу куру. Блин, жалко куру. Ой, не добил крипа. Чалька. Ага, вот он урса. Маску взял, смотрите. Да купи ты. Ой, какой щиток. Ха. Жесть, как я долго там. Попади. Попал. Попади, попал. Такой раз пол хп. Понимаю. Это урса. Урса злится. Печально, что щиток купил мискликом. Давай, давай, в темпе. Печалька. С урсой, конечно, тяжело. Тяжело. Придется, наверное, через базу. Я можно вот так вот раскачать и побежать там. Найкс, вон, смотрите, Найкса можно принять. Клок без маны. Клока без маны я убью. Промахи, если будут прокать. А так спит замедлен. Промахи. Отлично. Просто критчик. Получается промахи, а так спит замедлен. Все есть. Найкса можно убить. Сразу ему сайленс сейчас. Оп, оп, оп. Вот так вот все накидали. Ему и душить с руки. Очень больно, пацану. Хорошо. Хорошо. Отлично. Интересно, тут можно в магаз зайти? Надо урсу пойти прочекать. Уф, можно. Урса на миду. Все, погнали тогда на базу, друзья. У нас мало хп. На базу сходим и пойдем, если что, к рошану. Урсик там у нас злой. Ну, очень злой у них пик такой. Прям неприятно чувствуется. Чалька такая в глазах моих. Сейчас берем сразу. Блин, щиток вообще я бы продал бы. Гоу, возьмем вот так. Вот ТП-шечка есть. И один вардик. Даже два можно. Не обязательно балнари варды брать. Я просто беру, чтобы мне было легче играть. ТП-шимся, погнали кроши. Потому что, возможно, там баланар у нас будет сейчас накрывать рошана. Ну, то есть я буду накрывать сейчас рошана с урсой вместе. О, привет. Хорошо, ну-ка, побей урсу. А урса стоит там. Клок идет. Он сейчас будет продолжать его бить, да?
Вы пропустите. А их тут 4, сейвит Рошана, да? А чё ж кнопки не... Блин. А чё Тини кнопки не жмёт сразу? Хорошо. Ой, печалька. Не жмет Тини кнопочки, к сожалению. Так, ну ТП-шится у нас. Гоу, опять на Роша, потому что Урса по-любому будет там стоять до последнего. Он забирать пойдет. Он сейчас в смоках пойдет еще по-любому. В смоках по-любому пойдет добивать его. Блин, печалька, что там ребята идут помогать, а у меня кнопки парни не нажали почему-то. Я дал сайленс Клоку, чтобы он не закрыл когами. Урса фазы, 8 левел, это плохо. Так, но у него нету второго, можно сейчас побить его немножко. Оп. Злой Урсик. Хил не схватился, да господи. И он уже, парни, выходили. Я на урну на себя накинул и не схватился хил. О, хотя больше секунды прошло. Вот печально. Вот с этим Урсой, конечно же, проблемы серьезные. Тем, что он, блин, на стаке. Жесткий контрпик, конечно. Баланара ломает по-страшному. Ладно, ничего страшного. Хрен с ним. Хрен с ним. Нужно Рошана сейвить. Не хочу ему Рошана отдавать. Просто дело принципа, ребят. Прям дело принципа. Ладно, гоу, хрен с ним. Ночь уже кончается, друзья. У нас все очень плохо. У нас не выгангано вообще ничего. Вообще просто ничего не выгангано. Вообще ничего не выгангано. Подфармим. Все очень плохо. Сейчас ночка будет. Не юзаем ночь по КД, потому что сейчас нужно уже... Пойдем прочекаем. А, вон он стоит. Можно ночь нажать и убьем его. Кого душить, пацана? Отлично, ночь пригодилась. Да стой ты. Сейчас некрик, брат, я помогу тебе. Кинул ему урну. Бля, ты крыса, да? Вот так вот, значит. Неплохо. Так, миниорчик. Ага, если вот тут он... Ага. Ну, и на свое, так сказать, на свою опасность идем. Успей дойти до мин? Сколько там мин, интересно? Ах, хорошо. Хорошо. Пойдет. Что-то вроде плохо все было, а сейчас уже чуть получше. Так, урсик реснулся. 2-3 урсы. Урсу пытаемся максимально контрить, друзья, потому что урса потом будет очень много проблем доставлять нам. Очень много. Ну, несмотря на то, что там еще войд есть. Ой-ой-ой. А куда герой идет? Так, ТП-шечку и сразу в рошпит, друзья. Потому что урса по-любому. Будем не отходить оттуда. Но у меня нет ульты, правда. Урса смог взял. Урса в смоках. По-любому сейчас на рожь побежит в смоках. Все, они пошли его секьюрить. Пошел на Рошана парень. Секьюрить идут его. Гоу-гоу-гоу. Он в роше уже. Пошли. Он в роше. Вещи. Сало сразу ему. Хорошо. Я бы уже ливнул. Мама, я в Ютубе. Хорошо. Я доволен. Мама, я в Ютубе. Готовься, говорит. Блин, даже логично, что он пойдет там. Блин, вот еще раз надо бы сейчас сейвить Рошу. Жаль, что он его не добивает до конца. Приходит бедный, потеет. Я ему не даю никак забрать его.
Давай, давай, минерчик. Отлично. Что там, Урсик пришел на центральный, бедничкий. Подхукаешь, убьем? Если подхукал. Че, Урса секонд заход или какой там уже? Боже, как я Рошана секьюрю. Жесть. Все, он в лес пошел. Урса. Вниз пошел. Так, сейчас день. Есть ночь. Отлично. Вон он. Там еще и Найксик, да? Я пешком иду. Не пофиг. Пешком. Гоу. Хорош. Жесть. Что дальше будем собирать, друзья, спросите вы. Ну, так как тут, в принципе, Найкс и Урса, Башер, наверное, next item, потому что других айтемов я тут не вижу вообще, в принципе. Только там доминатор другой какой-нибудь можно сделать. И такое вот тему все. Скоро у нас ночь будет, смотрите, 15 часов сейчас по игровому времени. В 18:00 у нас наступит ночь, поэтому пока гоняем крипчиков. О, можно Лотар Сейдж еще сделать, кстати. Let's go в Лотарс сначала, потом в Башер. А там Войд, лоу хп. Ну, сейчас ночь будет, можно будет так. Скоро уже ночь, да? Через 30 секунд. Бля... О, ему убьют, там убьют. Убьют. Че, Урса уже резнулся, да? Пойдем опять в Рошпит. Посмотрим, нету или его там. Нету. Хорошо. Хорошо, что нету. Все, ночь. Оп, отлично, завязали. Берем талисманчик. Хорошо. Беремся. Найс. Найс, отлично. Мне понравилось это дело. У минерчика. Сало ему на лицо накидываем. Он, в принципе, наш полностью. Вот зачем так делать? Для крыса, да? Я еще и сдох. Но вот это вообще, конечно, трешара. Вообще. Несы. Да я несу, блин. Зачем я тогда забегаю, если ты сам можешь убить? Ну, лол. Ой-ой-ой. Ладно. Что, в Рошпит опять надо бежать? Варды покупаем и бежим в Рошпит. Буду Рошана секьюрить, пока он его не заберет таки. Пока я никуда-нибудь на Войда не отлучусь и не проиграю этого Рошана. Или пока они толпой не пойду. Ана, гоу. Ничего, Тини забрал у нас фраг. У нас уже 5 фрагов забрали, хотя мы могли соло их делать. Но... Ладно. Ладно. Че, Урсы нету? Ну ладно. О. Какой бред. Я мог пойти забрать тут хейст. В Рошпит. Роша падает. Плиз. Он не хочет идти туда. О, ля. Чё крипы тут делают? Это что такое? А, вон он Урса, да? Побежали. Не, пофиг. Я за ним побегу. Окей, гоу. Не хочу Рошана отдавать, вот до последнего буду вот так вот драться, прям вот, прям, ну, на мужика, реально. Там уже он просто попросит, ребят, ну давайте Рошу заберем, Урса этот. А я не хочу Рошана отдавать, вот прям вот, ну, нет, не хочу. Жестко, конечно. В этой катке очень много глупых смертей, я потому что уже просто устал, реально. Это пятая игра на Баланаре.
Просто невозможно. Либо ливают, либо еще что-нибудь. Вин, все игры вин на нем. Просто игры неинтересные, скучные. Вот эта игра с такими, с разменами какими-то уже будет, наверное, поинтереснее-то, ёпта. Она центральная стоит. Опять, ну... Опять ливер. Вот опять, ребят. Пятая игра, опять ливер. Вот РЛ ставишь, и все равно толку нет. Опять ливер. Стал я от них. Этих ливеров. И сюда. Давай драться. Не попадаешь? Ничего страшного. Сейчас пуш хуканет. Хорошо. Минерчик. Лоу. Изи каточка. Помойная катка. Stay out of my way. Out of my way. Хорошо. Эх, сразу там бочки, не бочки. Да, не удается мне уже записывать эти катки. Ладничка. I await your counsel. By any means necessary.
Ух, ёпта, ёпта, ёпта.